Карагандинский хореографический ансамбль «Волшебная страна» завоевал гран-при на республиканском конкурсе «Куншуак». На днях коллектив вернулся из Алматы. Встретился с молодыми дарованиями наш корреспондент Марк Брюшко. Завоевать 2 гран-при и 1 второе место на республиканском фестивале-конкурсе «Куншуак» ансамблю «Волшебная страна» не составило особого труда. Стоит отметить, что воспитанники Дворца детей и юношества привезли в Караганду уже 30-е по счету гран-при. Юбилейные отшучиваются вскользь участники коллектива. Конкурс проводился по 4 номинациям – инструментальная музыка, хореографический, вокальный и театральный конкурсы. Высококвалифицированные жюри, в числе которого были известные на весь Казахстан искусствоведы и режиссеры-хореографы, высоко оценило мастерство гостей из шахтерской столицы. Было очень интересно. Были не только конкурсы, мы сами развлекались, были интересные экскурсии, зоопарк, парк. Парки мне 28 приезжают. У нас были свои мероприятия, такие как КВН, просто игра. Ну, молодец. А мы там... Ну, у нас там было много экскурсий интересных. И больше всего мне понравился зоопарк. Потому что там есть животные, которые у нас нет. Кандидаты, мы считаем, что наши самые главные соперники – это наши же соотечественники, так сказать, наши земляки, горожане, карагандинцы. Самые серьезные соперники, но мы их обошли все. Сами участники мероприятия признаются, что помимо конкурса им заполнилась запланированная культурная программа. Экскурсия в Алматинский зоопарк и парк культуры и отдыха оставили в сердцах участников ансамбля неизгладимые впечатления. Также сопровождающие детей устраивали им и другие развлекательные мероприятия. К примеру, выступление самодеятельного клуба веселых и находчивых. По словам балетмейстера образцово-хореографического ансамбля «Волшебная страна» Ларисы Дедуренко, наряду с замечательным выступлением на конкурсе, ребята очень плодотворно провели осенние каникулы, изучив культурные и архитектурные особенности южной столицы. Младшая группа впервые выехала на конкурс и сразу получила гран-при. Марк Брюшко, Марат Култенов, Первый Карагандинский.